А сегодня самый известный руфер Павел Ушевец, он же Григорий Мустанг, неожиданно приехал во Львов. Напомню, что он взял на себя ответственность за раскрашивание звезды московской высотки в цвета украинского флага. Позже в России его объявили в международный розыск. Сам Мустанг пошутил на эту тему, что сменит фамилию и имя, например, на Владимир Владимирович. И тогда мировое сообщество будет точно знать, кто на самом деле в розыске. Подробнее из Львова наши корреспонденты. Павел Ушевец – это тот самый молодой человек, который недавно покорил Сталинскую башню и разрисовал звезду на ней в сине-желтый цвет. Свой поступок он считает арт-перформансом и посвятил его Дню независимости Украины. В сообществе руферов его знают по псевдониму Григорий Мустанг. Теперь он еще и обладатель золотого герба города Львов. Награду ему вручили в мэрии. Парень оказался довольно стеснительным. На вопросы журналистов отвечал неохотно. Оно и понятно, ведь известного руфера объявили в розыск правоохранительные органы Российской Федерации. Во Львов Григорий Мустанг приехал погулять. Надолго не задержится. А чему сам Львов? Ну, файное место Львов. А вот парк что было это? Не, другой раз. Бандерівці тут, гарно. Денек погулять, посмотреть. А куда дальше? Домой. После официального брифинга парень пытался сбежать от журналистов. Однако неугомонные все же загнали его в угол и заставили ответить на вопросы. Что плануете делать? Можливо, плануете в политику податися в Украине? Мне пропонували, но я думаю, это не найкраще. Да я. Как пропонували? Возьмете в отряду? Нет. Я не люблю, честно, я не люблю интервью и говорить перед телевидением, говорить на камеру. Это что вы тут заручены? Да, это мне не очень нравится. Отпустите меня, пожалуйста. На улице парень еще дал несколько автографов фанатам и убежал. Ну все, я пойду дивитись ваше гарное место, бо так я же ничего не побачу. На что плануете дивитись? Вусь, ось зараз виду, выйду вот так. Наталья Костенко, Елена Ротари, 7 канал.